Привет, ребята. Сейчас мы сделаем уже в нашей корзине кромочку. Я буду делать ее, можно сказать, такой простейшей косичкой. Покажу вам просто, как делается. Можно различные косы, широкие, с двумя прутьями там и так далее. Косичек множество. Я простейшую покажу. Просто вот три прутика мне нужно дополнительных. И две вот такие палочки. Некоторые берут две палочки, некоторые три. Вернее, три, четыре, там пять. Пять прутиков дополнительных. Можно там 6-7, но я вам вот сначала мы это отлаживаем и делаем простую загибочку вот этих прутьев. Они смоченные, нам нужно по-быстренькому пройти по всему кругу, то есть вот так. Можно вот здесь вставлять по типу фиксировать. Я никогда не вставляю. Потом просто приподнимаю, они поднимаются еще. Вот так. Итак, по всему кругу нам нужно пройти. Можно делать было и простую загибочку для грибной корзины, но уже сделаем небольшую косичку, чтобы по лесу нам тоже было приятно ходить. Или по дачному участку. Который во всех сейчас есть. Вот так по кругу, побыстрее, чтобы они не засохли. Быстро мы так идем. Стараемся пальцами рук направлять каждый прутик. Интересно. Движения такие. Делаем нежное по отношению к прутьям. А этот последний вот сюда, под эту первую строчку. И затягиваем, направляем его туда. Все, он на месте. Смотрим. Уже мы его зафиксировали. Потом берем один из этих прутиков. Я сюда говорю, я держу сразу. Вот так. В любом месте. В любом месте мы. Можно здесь, можно. Ну, я всегда вот с этих сторон начинаю. Вот так. Сюда ложим. Эти накрываем. Подальше. И вот так. Раз. Прижали эту палочку. Ставили ее сантиметров под 10. Выступили. Ставили. Строечку. Берем второй прутик. Под следующую. Раз. И сжали. Это все придерживаем, стараемся. Вот так. Ложим следующий прутик. И уже вот этими двумя, вот, которые первые ложили, прикрываем и выводим под эту строечку. Эту строечку мы ложим. Вот сюда какой-то проемчик есть специальный, видите. И ложим третий прутик. Потом опять вот так. Раз. И вот сюда опять же. Вот у нас уже две пары здесь вверху. Вот все.
сюда уже раз, и когда две пары у нас вверху, этой одной первой пары, берем, прикрываем. Вот, вот такой получается у нас. Это уже у нас все закреплено. Берем сразу вот эти два грузика сюда, сюда и сюда. Вот это сюда, это вот сюда. Потом берем вот эти два, вот эти два. Этот один оставляем. Это уже идет на обрезку. Здесь поправляем. И пошли дальше по кругу. Вот эти движения вы должны уже себе. Опять же здесь два. Раз. Сюда. И пошли, пошли, пошли. Не спеша, но только улаживаем. Вот так у нас рисуночек получается. Простая, простая, это проще. Проще еще есть, но это я вам показываю, что более быстро. И вроде бы корзина с узором получится наша. Любая косичка, она придает красоту вашему изделию. Любое какое-то украшение, если положишь на блин, уже получился торт. Так и тут. Так, идем, идем. Одно, что здесь, что здесь просто, если медленнее будет делать, надо будет просто зафиксировать, если прутья пересохнут, не успеваете. Значит, здесь чем-то зафиксировать, дойти до воды, смочить. Минут 5-10 пускай полежит лучше. Замочить. Продолжить дальше. Ну, вот эти окончания потом мы все обрежем. Вот так подходим мы уже сюда, прошли круг. Вот у нас уже скоро пойдет последний прутик. Мы пускаем его. Вот под него пускаем. Эти все три прижимаются. Замечаете, здесь они все на этой стороне находятся. Не здесь, а здесь. Этим прутиком последним прижимаем, пускаем его под стоечки. Эти тоже под стоечки. Прилаживаем рядом. Держим рукой. Вот это вот сюда. И вот эти вот палочки у нас как направляющие. Куда нам нужно подсадить. Берем сначала эти, из этих двух. Вот этот первый сюда. И вот сюда. Вот он прошел. Все, этот уже у нас прутик как ненужный. Уже этот служит как направляющим. Беру второй. И рядом. Есть такие здесь моменты, когда не подлазит. Для этого есть шило. У меня вместо шила служит обычная отвертка. Надежная, безопасная. Вот. И вот туда немножко, чтобы не мешал. Опять же, вот эти две. Сюда подсаживаем. И сюда рядышком. Вот так. Это тоже убираем. Подтягиваем. Берем следующий. Вставляем рядышком. Вот так. Все. Поправляем немножко.
делаем ее, чтобы у нас эта сторона сходилась с этой. Теперь у нас осталось только поставить все на место. Раз, два, три прута и три пары по два прута. Я их для этого немножко затачивал, чтобы они зашли. Эту первую беру. Вот у нас идет, подсаживаем вот сюда и пускаем туда. Поправляем следующий. Немножко так это аккуратненько, чтобы если он согнется, ничего страшного. Но если он уже треснет, значит надо будет поменять. Немножко проблемно, но можно и поменять. Вот. Ну, третий у нас идет вот сюда. Запомнили, да? Вот здесь по три везде выходит, здесь два, три, по два. Значит, берем сюда, надо вот сюда. Теперь где моя отверточка? Можно вот такой, можно так. Фигурной, можно такой. Вот сюда вот. Обычно здесь немножко надо просто сделать, чтобы оно туда зашло. Вот таким способом. Вот так. И направляем, подтягиваем. Есть. Следующий берем брусик. Вот он должен зайти вот сюда. Сюда он тоже у нас. Видите, оно согнулось, но не треснуло. И тем более, что вот прут такой суховатый уже. Потихонечку, и мы сюда его заправили. Все. И третий. Поэтому время уже прошло, они подсыхали, поэтому. Но нам повезло, что мы успели. Все, везде по три. Косичка вырисовалась. Теперь мы берем мои любимые кусачики. И вот так оттягиваем. Вот так приподнимаем, оттягиваем, откусываем. Можно бросать прямо на пол, потом мы будем делать генеральную уборку. Вот видите? Еще когда стояли прутья у нас, вот у меня вот такие хвостики поставали. То есть, если бы еще дальше я проплел и сделал бы, уже бы могло прутьев не хватить. Поэтому надо всегда рассчитывать, чтобы сантиметров 40 были прутья до верха корзины. До 50 сантиметров. Ну, 40, вот у меня где-то было 40 сантиметров, мне их, вот видите, хватило. Вот этот шпагатик, который мы привязывали, косичку, он нам уже тоже не нужен. Все. Он уже ничего не фиксирует. Уже у нас. Вот такая у нас. Получается, эти хвостики, они туда заскакивают и порачиваются, и они будут не видны. А их надо немножко так оттягивать. Вот здесь толстый сюда, а этот сюда. Этот сюда, этот сюда. Сюда, сюда. Ну, это тоже развязываем. Здесь вот эти хвостики. Так оттягиваем, отрезаем их. Все. Вот эти, которые тоже отрезаем, которые мы делали верхнюю закрепляющую такую с трех прутьев косичку. Все, получилась у нас такая корзинка. Вот. Чтобы делать
какой хотите. Ее сейчас, пока она связываем здесь. Шпагатик здесь пропускаем. Вот здесь фиксируем. И потом покрываем ее клеем. И она так и останется у нас. Там внутри мы тоже, где что мешает, пообрезаем. Вот. Все получилось у нас такая корзиночка. Чтобы зафиксировать еще верх, у меня есть специальный вот с простой проволочки сделан. Ее сейчас можно сгибать как хотите. Вот меня устраивает, допустим, вот такая формочка, чтобы она, когда будет идти с ручкой, не широкая, вот такая. Можно шире, можно так. Ну, вот, допустим, такая мне надо. Вот такая косичечка, такая корзиночка. Осталось изготовление ручки. Ручек тоже достаточное количество. В смысле, по форме можно делать. Можно делать с прутьев, загибать их, можно вставлять сюда, туда. Я вам расскажу это уже на следующих своих уроках, как я говорю. Поэтому косички уже вам, первую косичку, такую самую простую показал. Вот это наше плетение, такое, какое у нас получилось. Красота. Я так думаю, что вы сможете делать это своими руками, потому что каждый человек должен, прежде чем сесть за стол и похвастаться чем-то, он должен что-то сделать. Вот, поэтому оставляйте в комментариях ваши вопросы. Я буду рад вам помочь. В любое время расскажу, покажу, как любую вещь сделать красивую и полезную для всех. До свидания. We'll be right back.